Императа. Декоративный злак растет в моем саду. У основания листики зеленые. Верхние по мере отрастания, по мере роста все набирают такой винно-красный цвет. Высоту где-то сантиметров до 50, сантиметров 45-50. Очень отличное растение. К концу лета вообще вот этих вот красных кончиков будет много. На фоне вот голубой овсянницы, можжевельника Grey Oval смотрится просто великолепно. И в этом году она у меня дала один вот несчастный, но такой вот симпатичный пушистый колосок. Император цветет крайне редко по данным, вот как я интересовалась. Но это отличное зрелище, когда зелено-красные такие вот мечевидные листья, и на их фоне распускаются такие пушистые колоски, не белые даже, а больше такой кремово-белый. Вот. Очень-очень симпатично. Ну вот он один в нашем климате, это редкое явление. Вот мне посчастливилось хотя бы один увидеть. Зимует она без проблем. Наращивается такими побеги есть под землей столовной. Вот, ну, пыри, вот как упырья. Вот она, видите, вот даже пошла сюда. Вот у меня тут гортензия метельчатая вимсред растет. И вот она под нее пытается все время залезть. Это я еще не выковыривала отсюда лишнее. Ну, я не скажу, что настолько агрессивно, как прея. Вот она вот держится кустиком, немножечко только простреливает. Замечательное растение. Фактурное, яркое. Очень хорошо оттеняет другие растения. Заводите и любуйтесь.